Муслим Магомаев вашему дому, ребятки. Сегодня мы попробуем с вами сделать кальян из мертвой шли... Здорово! Привет! Здорово, здорово! Я смотрю, вы уже поснимали, да, чуть-чуть? Сняли, наверное, еще одну серию «Научи плохому», да? Я по вашему состоянию просто так понял. А я пообщаться пришел. Что-то случилось? Давно хотел пообщаться, поговорить, вот это вот все. Ты не против, нет? В смысле поговорить? Ты чем против? Нам бы как бы это, расход замочить, расстаться с тобой. Давно пора с тобой расстаться. Не понимаю, подожди, в смысле расстаться? Я решил открыть свой канал. Да. Тут такое дело, просто твои подписчики, они не ценят меня, они не любят меня. Я стараюсь, снимаю веселое видео с алкоголем, с шутками. Чувак, не делай поспешных выводов, пожалуйста, я тебя умоляю. Они этого не ценят, нет. Они думают, что только кальянный канал, и все, и только кальянная тематика, больше им вообще ничего не нужно. Не, ребят, подождите, так не пойдет. Мы договаривались изначально, то, что мы будем на одном канале выкладывать видео и про кальяны, и не про кальяны. Я выкладываю видео, а они пишут, где видео, под видео. Какой бред. Да не выдумывай, все нормально, чувак, ну им нравятся твои выпуски, им нравится твой юмор, твоя харизма, твоя подача, ты вообще классный, ты же это сам знаешь. Нет, я уже открыл свой канал, он, кстати, в описании под твоим видео, да. Если ты говоришь, что они на самом деле за мной подтянутся, вот и проверим. Отныне все мои шоу будут только на моем канале, который в описании, а твои пускай остаются здесь, про кальяны, про все что угодно. Пойдем. Подожди, подумайся, чувак, не уходи, пожалуйста. Новое видео уже на новом канале, ссылочка в описании, и так что подписывайтесь, ребят. Пока. Ты такая крутая. Ты зашла ко мне. Никого нет дома. Я тоже хочу сниматься, пойми меня. Я тоже хочу. Может так подскочить? Я предлагаю. Я, ты раздумываешь, как будто воды.